Скажите, вы юрист, вы с карманниками работали? Приходилось. Сам никогда карманником не работал? Сам нет, но попадал. Но попадал. Пальцы, значит, вам не нужны? Нужны. Отлично. Я выливаю кока-колу, ребята, самая вредная в мире жидкость. Она нам не нужна. Выливаем. И я попрошу вас, раз вам пальцы не нужны, вставьте, пожалуйста, в бутылку любой палец, который вам не жалко. Просто зафиксируйте горку так немножко. Ребята, в ваших руках, все происходит в ваших руках. Я беру пробочку, внимание, и забиваю ее внутрь. Старичок от через объехал. Найдете хотя бы один отрез, и Игорь Глебович добавляет еще 20 тысяч евро. Стоп. Ну-ка, юрист, схавал? Подождите, еще не уходите. Раз вы юрист, значит вы... Вы работали с преступниками, правильно? Ну, приходилось. Подождите, вы юрист по какую сторону? По эту или по эту? Задумался, какая-то пауза. По офису? Потом? Ребята, у меня в руках наручники. Наручники на пальчики. В некоторых странах они уже на вооружении. Италия, Испания, Греция. Можно ваших два... Вы как-то профессионально мне руки суете. А говорит, у меня с законом все в порядке, а руки суют. Хорошо, я вас закрываю. Пу-пу-пу. Сплюньте, на всякий случай. До вас в этих наручниках был президент Татарстана. Очень жестко. Ребята, пальцы достать нереально. Скажите, мы с вами не в сговоре, правильно? Вроде нет. Попробуйте сломать, разломать. Никак. Я вас открываю, отдаю вам ключ. И прошу, спрячьте ключ так, чтобы я не смог достать. Глотать нельзя, в трусы не прятать. В моей, я имею в виду. Наручники держу у вас прямо на глазах, ребята. Никаких подмен, никаких резких движений. Спрятали? Защелкните наручники у меня на пальцах. Вот эти штуки прям нажимаете вниз. Прям так вниз. Ух ты, хорошо, как вы закрываете. Можно салфеточку? Есть салфетка? Тряпочная у кого-нибудь. А вот, можно бумажную большую. О, спасибо. Ух ты, вот юрист, молодец. За мной прям шаг по шагу. Становитесь вот сюда. Возьмите салфеточку. Проверьте, в салфетке мне ключ не передал никто, нет? Наручники зафиксированы, ребята. Набросьте наручники мне на руки, прям сверху. Салфеточку, то есть наручники, да, салфетку. Вот так оставляйте ее здесь, только чуть-чуть в сторонку отойдите, Константину не видно. Видите, кто свою разглядывает. Не могу понять, почему вы смеетесь, ребята. Пальцы зафиксированы, аж синеют. Защелкните посильнее, что-то показалось. Прям, оу, любите пожестче, да? Вы с девушкой, повезло ей. Хорошо, набрасывайте салфеточку, только я вам говорю, здесь поправьте вот так. Потому что все эти аплодисменты ваши. Еще один премиум перезаряжается. Верните ключ.